Я хочу пожелать всем мусульманам и нашим братьям в Турции, чтобы такой благочестивый месяц дал нам еще урок для объединения, для просветания, для развития диалога с представителями других конфессий, чтобы знали нас как мусульмане, что мы соблюдаем, как относимся к Иисусу, к Моисею, ко всем святым и пророкам. Я желаю самого непрекрасного. Дорогие наши братья в Турции, примите наши поздравления и счастья, и просветания, и мира вам. Вассаляму алейкум ва рахматуллах. Наши братья на памяти. Раз мы уже уверены, что это первое. Ла илляха илляллах, Мухаммад, Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям. Месяц Рамадана этого года ради Аллах. Значит, намерение это в сердце. От всякого вида разговений. Не кушать, не пить, не курить, не употреблять таблетки. Аллах даровал этому человеку и пить, и кушать. А после принял. Альхамдулиллахи Раббил Аалямин, ва саллаллаху ва саллям аля сайидина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи ат-тайибин ат-тахирин. Ваджальху йаума рабиа судурина, ва наввиб бихи кубурана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله olsun. Mübarek Ramazan ayı geldi. Türkiye vatanımıza ve bütün İslam alemine hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Müslümanları bir arada gördüğünüz zaman gerçekten kalbimiz seviniyor. Allah sizden razı olsun. Evet. Vatanımıza büyük selam. Özledik. Kadir gecesini görmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ve bu mübarek gecede dua etmeyi bize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Gayril mağdubi aleyhim ve radallahu. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun. Allah hepinizden razı olsun.